Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. День третий, и я забираю 10 самоцветов. 10 всего лишь самоцветов. Открываем здесь сундук. Так, зимние шины, ускоритель, дым. Так, ну что, как мне написали: Рэй, хорош писать, всем привет. Все равно напишу привет. Все равно напишу. Так, результаты нашей гонки. Так, ну что, ребята, победители мы здесь. Мы здесь победили. Отлично, я нас всех с этим поздравляю. Управление в воздухе, ускоритель дым, усиленная турбо, магнит, амортизаторы прыжков. Ну, тут понятно, билетики. И последний сундучок. Ох ты, пожарные крылья, амортизаторы и ускоритель фляг. Ну что, ребят, шикарно. Что я могу еще сказать? Просто замечательно. Так, что у нас там по событиям, не знаю. Так, премиальный пропуск у меня нету. Единственное, что я могу сделать, это открыть сундук бесплатный. 2250 монет, магнит и стартовый ускоритель. Ну что, ребята, сегодня попробуем. Сколько у нас там, по идее, должно быть? Наверное, 3800. Не 3800, а 38 тысяч кубков, скорее всего, должно быть сегодня. Ну ладно, друзья мои, эпические холмы. Так, меняем видон. Меняем видон срочно. Не хочу, не хочу, не хочу. Давай вот так вот. Вот так вот, с морковочкой, как говорится. Ну что, друзья мои, я на передовую поехал. Давай, радость. Влупляй. Ёк, Макарёк, ты посмотри, чё мы тут вытворяем. Ага. Пока все идет the best from west. Но это пока. ККМ-ка там хочет меня обогнать. Друзья, ККМ-очка. Нет. Она отстала. Она отстала. А мы занимаем первое место. Все, друзья. Все шикарно, как никогда. Ну что, давай вторую гонку попробуем также сделать. Я не могу сказать, что на изи. Потому что нифига это не на изи у нас получается. Ух! Ты серьезно? У него еще турбина сработала, прикинь. Слушай, мне кажется, он ее как-то специально заряжает сам. Круто, 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 круто. Давай, 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 родной. Че, у него там крылья? Нет у него никаких крыльев. Он что, он когда хочет включает, когда хочет выключает? Я не могу понять свою турбину эту, а? Ладно, засранец мелкий. Сейчас тебе устрою, блин, паразит. Сейчас я тебе, блин, надеюсь, устрою карнавальную ночку. Так, он перелетел, да? Ему повезло, по крупнику просто. Даже не думай, Рэй. Ёпрасоты, я думал, что здесь спуск. Твою налево, блин, ребята, вот это надо же было так обделаться, а? Я думал, там будет спуск. Ну и ты видел, что там никакого спуска не было. Но, тем не менее, я, по-моему, первым буду. Ох, да. Нифига себе, ты посмотри, какой сундук выпал. Ты полюбуйся просто. Я могу его прямо сейчас открыть. Итак, выпадают монетки. Ох ты, номер 26 для лихача, ты прикинь. Шикарно. Ну что, ребят, я ненавижу воду у нас впереди. Поехали. Я ненавижу эту воду, но деваться некуда. Давай, родной, газуй, 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 газуй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и зачем? Хотя все нормуль. У нас вот тут пузырь был. Так, сосредоточен как никогда, ребята. И первое место. Есть. Глотай пыль. Глотай пыль, я тебе сказал. Так, траншея у нас на этот раз. Давай, 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 родной, жми. Мы опять с этим, что ли, да? Мы опять с раллийным авто, с этим синим соревнуемся, кто кого. Пока вроде бы первый, ребят, но это пока. Сейчас же будет какой-то... Ну что же, я поехал сюда, а что делать? Поверху, так сказать, я его сделал. Все, ребята. Фью. Ну согласись, было круто. Это было просто замечательно. Давай дальше. Ну, вот тут он вырвался чуть-чуть, Карика, вперед.
Тут я его обогнал. Что произошло? Почему? Почему та глыба упала на меня, ребята? Это, видимо, потому что я ее задел, да? Я ее ударил, спустился вниз, поехал, и она меня в конце прибила. Вот, честно говоря, я этого даже не ожидал. Я этого не ожидал. Так, спорткар. Спорткар, и я тут. Где ветер? Ветер, я спрашиваю, где? Вот он. Тихо, ты что творишь-то, Рэй? Хорош, завязывай. Да. Вот он, вот он, вот он, вот он, ребята, ветерок. Вот он, ветерок. Ты зачем мне вот так вот делаешь, а? Ветер. Точнее, не ветер, а этот гейзер. Вот здесь, где он нужен, его как раз и нету. Ну, ребят, первое место. Фух. Четко все. Все четко. Давай, поехали далее. Ну, ёпперсоте, ну... Ну, давай ты, ну, подгазани ты чутка-то, ну... Газиков, что ли, у тебя не хватает? Опа, 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 опа. Ребят, мы здесь уже научились, да? А чувак же захотел, захотел без этой, без разгона. Угу. Глотай дымок, без разгона. Он захотел тут шмальнуть, перепрыгнуть меня. Полетели, 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 полетели. Куда я там лечу, непонятно. На финише. Все, ребят. Замечательно. Первое место, все как полагается. Я, правда, не вижу... Ага, 40 тысяч кубков, ребята, 40 тысяч кубков. Я возьму, пожалуй-ка, здесь раллийное авто. Поедем здесь на раллийке. Тьфу ты, раллийка, скажи-ка тоже мне, что я говорю. Баги, конечно же, ребята, баги. Какой раллийка? Но я здесь не один такой умный, да? Конечно, я здесь не один умный такой. Там трактор еще какой-то едет. Перелетаем. Сейчас, сейчас, сейчас стартанем. Вот это было плохо. Вот это было плохо. Паршивенько, ребята. Очень паршивенько было сейчас. Хотя вот сейчас вот будет замечательно. Давай, 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 давай. Давай, роднулька, ну. Выпрыгиваем из воды, правильно. Тут летим с морковкой наперевес. Ни одной монетки не зацепили. Зато я получил... Что-то там времени. Какого-то времени очень много получил. Эфирного, эфирного времени, скорее всего. Ребят. Ну и что тут по итогу? Одна, здесь одна гонка, судя по всему, друзья, была. Потому что очень длинная трасса. Жух. Я проверю. Да, 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 да. Была одна гоночка здесь. Ну что, ребят, давайте заберем. Ой, выполнено наше задание. 3000 монет плюс сундучок. Тяжеловоз, стартовый ускоритель. Так, получи 200 в лесу приключений. Сделай 6 поворотов. В воздухе, в лесу приключений. Не знаю, ну в лесу. Ребят, песок в купальнике. Давайте-ка мы, наверное, и здесь тоже поедем на багги. Нет, 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 ненавижу. А как? Ну что это такое? Ну, ребят, ну... Твою же налево, а, фиолетовая морда. Давай, 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 давай. Все, 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 ребят. Все, фейл. Это называется, ребята, баги. Говняги это называется, понимаешь? Да, здесь мы проехали хуже, чем вообще кто-либо мог проехать. Из-за вот этих дебильных домиков просто, которые там стоят, вот эти вот пляжные переодевалки, ты понимаешь? Вот все из-за них. Все поехали вниз, а мне вот надо было как самому этому... Все, и по-моему здесь тоже, ребята, сфейлюсь, скорее всего. Не? Не знаю, меня аж бедного скукожило. Давай, поехали сюда, наверх. Так, вот здесь, если мы с тобой сейчас проедем, все отлично. Вот нафига ты так летишь-то, к чертовой бабушке, так высоко-то?
Вот из-за этого дебильного, ребята, прыжка я только и сфейлился. Потому что я занял второе место. Из-за этого прыжка, блин, который вообще нафиг не нужен был никому. Понимаешь? Так, этот спортивное авто меня раздражает. Если хочешь знать мое мнение. Ой-ой-ой-ой-ой, куда он там поехал? Он думает, что он возьмет эту высоту? Это тебе не баги, парень, для песка. Тут только баги может так ехать. Спокойненько по этим ухабам, барханам, да? Какое же интересное место займал, а, ребят? Второе, ну хотя бы второе. Хотя бы не последнее. Приступайте к развлечениям. Ну, здесь мы поедем на раллийном авто. И будем надеяться, что мы не разобьемся в первой же трассе, как мы это любим делать обычно. Давай, 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 давай. Пока все идет тип-топ. Пока. Тут перелет. Ну все, здесь уже финиш, ребят. Тут разговор короткий. Мы на финише. Найс. Так. Поехали далее. Ну. Блин, я хотел на оба колеса приземлиться. Для подрыва. Сейчас я тут, по-моему, такой подрыв себе сделаю. Давай сюда, вот, приземляйся. Нормуль, нормуль. Прям передними колесиками нажал. Подскочил, перелетел. Замечательно. Почему сейчас не было идеального старта? Почему, друзья мои, не было идеального старта, а? Скажите мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все умные перелетели. Естественно, поврезались. А мы с этим Ники едем. Ники не хочет меня пропускать, ребят. Но все равно, я первый тут. Я первый. Ай, красота. Ты хочешь сказать, что сейчас будут опять развлечения? Я не поверю в это. Но они... Нет, миля шахтера. Друзья мои, миля шахтера. Здесь, кстати, когда мы найдем другую трассу, я знаю, что хочу сделать? Попробовать сегодня покататься на нашей... Как она называется-то, ё-моё, я все время забываю. Супердизелек. На супердизелечке сегодня попробуем тоже малька вспомнить. Тряхнуть стариной, так сказать. Давай-ка я вниз поеду лучше. Ох, ё-моё. Красавчик, красавчик ты. Давай, 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 давай. Поджимай, поджимай, газулька. Слушай, по-моему, у нас все шансы на победу, ребят. Да-да-да-да-да. Что-то такое вот. Чую. Чую. Вот это вот плохо. Ты посмотри, этот засранец меня с крыльями обгоняет. Ну, не обгоняет, догоняет, по крайней мере. Это я вот вижу прям. Но вот хватит ли у него мощи меня обогнать вообще? По факту. По-моему, папочка все-таки вырывается вперед. Да. И здесь всего лишь одна гонка была. Все. А что он хотел? Что он хотел? Он думает, что я ему... Ох, ё-моё, ребята, редкий шлем нашел викинг, ты представляешь? Викинг. Ну что, у нас тут немножко и будут детальки 7 штук. Эпические. Но тут снежок у нас. В принципе, по снежку у нас должно быть все нормуль. Не совсем все хорошо, не совсем так, как я ожидал, ребята. Меня вон еще одна раллийное авто обгоняет. С чем он там едет, не могу понять. Я ничего такого там не вижу. Но вот этого я обогнать не мог. Синего. И я не врезался ни во что. Возможно, у него прокачан очень сильно ускоритель задних колес. Потому что смотри, как он вырывается вперед. Возможно, но это не факт. Да, он едет на заднем, ребята, колесе. Специально делает подгазовку. Я заметил. Один там разбился насмерть. Не могу я обогнать турбо этого.
Видишь, я тоже на заднем колесе еду, ребят, но мне это как бы особых преимуществ не дает. Твою-то налево. Ну, здесь первым. Так, ребята, и по итогу я первый. У каждого своя правда, как говорится, да? Поэтому я тут первым стал. Да я поставлю шлем себе, а? Я хочу шлем вот этот надеть. Вот. Поехали. Мы будем супер-викинг в шлеме. Супер-викингша в шлеме. Я бы так сказал бы, наверное. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что там у нас? По идее, эта чудилка... У него не должно хватить воздуха на пузыре на этом мыльном. Оно, в принципе, так и получилось. Оно, в принципе, так и получилось. Где-то здесь должен быть финиш. Вот он. Все, друзья. Здесь, слава богу, у нас все получилось хорошо. Но это же только начало. Это же только была первая гонка, ты понимаешь? Опять он первым, ребят, едет. Так, вот здесь, насколько я помню... Блин, подкололи. А ведь там же, по-моему, сейчас будет еще один, да, пузырь? Ну да. Так, а что там? Какая-то бочка, блин. Давай. Прикинь. Меня просто затянуло туда, в эту, в дырку. И пузырь навесили. Поэтому я поехал, все отлично. Давай. Так, тут, по-моему, приколюха, насколько я помню, да? Да, это у нас... Сейчас на бочки упаду. Постоянно так делает. Постоянно на эти бочки... С химикатами приземляюсь. Тут я не помню. Ага. Блин, щека зачесалась, ё-моё. Да идите вы. Как они могут меня обгонять, ребят, ну. Пшух, все. По красоте. Ну ведь по красоте, друзья мои. Ура. 750 тысяч. Чё 750 тысяч, я не пойму. Чё-то я думал, что окно не закрыл. Так, ну что, погнали дальше. Колпак и ступица там у нас. Блин, вот здесь-то как раз бы крылья бы мне помешали, ребят. Я вижу охламонище тут на попрыгульках. Вот это вот не надо. Сейчас еще неизвестно, куда приземляться. Слушай, мне повезло, что я приземлился. Во-во-во-во-во-во-во. Его подвела. Подвела его амортизаторная пружина, ребята. А меня-то как раз не подвел мой ускоритель. Ай, пережал кнопку. Пережал, друзья, кнопку. Оу. Фига, спорткар, ты видел, что сделал? Просто взял, перевернулся, и все у него четенько получилось. Так, я попробую так вот перелететь. Да, на гнилушке получилось. Блин, спорткар. Почему он приземляется, сразу набирает скорость, ребята, а? Объясните мне. Сейчас на колеса попробуем приземлиться. Есть. Повезло, ребята. Вот это ускорение меня как раз вытянуло. А этот спорткар, он упал. Он падает. И не чтобы сразу рвать, он падает. И потихоньку, понимаешь? Он потихонечку там выжимает из себя последние соги в тот момент, когда Папа Рэй просто вылетает пулей. Вот тут непонятно, что вот впереди вот так вот летишь. На колеса, главное, приземляемся, когда на два колеса, ребят. У нас есть вот этот мини-ускорение. Оно нам, уже повторял тысячу раз, дает буст. Вот, вот за счет этого буста мы и занимаем с тобой первые места. Так, ну что, до 40 тысяч кубков тут осталось рукой, ребята, подать. Плюнуть, я бы даже сказал бы. Плевок слона, и все, и мы на месте. Ты видел, как чувак газанул? Ролейка-то это. Блин, да почему я называю ролейка? Это не ролейка, это этот супер-дизелек. Это супер-дизелек. Так, вот тут опасно, ребята. Тут опасно для меня в плане того, что...
Есть еще вопросы? Еще вопросы есть? Нет, я правильно. Никаких вопросов. У матросов нет вопросов. Папа должен быть... Опять он звезданул. Тут он, конечно, хорош. Хорошо так просвистал. Давай, на заднем колесе, едь. А он заехал, да? Нет, он не заехал, ребята. А вот я... А я заехал. И я великолепен в этом деле. Всяких Джонатов обогнал и тому подобное. Но... Есть. Так, что у нас тут за детали? Это на спортивное авто у нас ускоритель, друзья мои. А у нас кубок застойный. Это, если не ошибаюсь, болотный кубок. Слушай, я не слишком красный на камере? А то я такой возмущенный. Не знаю почему. Лицо что-то горит. Лицо горит у папочки. Оп. Не надо было. Хотя фиг узнает, ребят. Так, кто-то все-таки понизу пытался, да, поехать? Но поверху, как ты видишь, я все равно обогнал. ККМ-очку мы сделали. Давай дальше. Давай дальше попробуем. Так, сразу. Да, конечно, тут надо, ребят, всегда приземляться на два колеса. Вот, не надо. Блин. Слушай, ребят, ну это уже повторение какое-то, я не знаю. Ну как такое, блин. Задолбало мне уже эту будку таскать. Ты понимаешь, мне задолбало ее таскать уже постоянно, блин. Как только эта будка появляется, сразу я ее начинаю таскать. А что за дебилизм-то? Ты видел? Вот. Не поносок золотуха у нас. Все, первое место. Трындец с этими будками, блин. Будь они неладны. Ну что, кубок Штормрайдера. Сколько там гонок? Две? Две гонки, по-моему, или одна? Что-то поспешал, малька не увидел. И опять тут спорткар. И не один. Так. Ох, как же я ненавижу вот эти вот скелеты. Вы знаете прекрасно, почему я их терпеть не могу, ребята. Потому что об них разбиваемся мы в основном. Точнее, даже не разбиваемся, а мы... Тихо. Фух, перекосил меня чутка, но ничего страшного. Давай. Самоуверенная раллийная. Тихо. Самоуверенный спорткар там был. Просто слишком самоуверенный. Че, поедем наверх, наверное, сюда? Хотя можно было бы и вниз спрыгнуть. Я уже не стал рисковать. Вон, Куду какой-то там едет внизу, видел? Он практически меня обогнал, но... Папа приземляется на финиш. Так, как ястреб называется миссия? Ну что ж, давай посмотрим. Будем ли мы как ястребы? Ну да, он там пролетел хорошо. Вот как он так вот сейчас вот, смотри... Я не вижу у него там никакого, ни турбо, ничего. А как он нагазовывает? Как он так летит? Чтоб ты там звезданулся. Ну, нет, ребят. Я не знаю, как он там обогнал. За счет чего? Дристонович. Так, кубок шахты. Тут у нас ККМ-ка. Я вижу ролейка. Опять же спорткар. Сейчас посмотрим, кто кого. Нафига ты врезался, Рэй? Нафига ты так делаешь? Твою налево, вот эта вот скорость. Ну нахрена она нужна мне, блин, вот эта вот подгазовка, а? А этот не отстает от меня. Но я его сделал. Я его сделал. Мы соревновались сейчас, грубо говоря, с раллийным авто. Вначале со спорткаром. Потом спорткар где-то там завис. Мы начали дергаться с раллийкой. Тягаться. Ну, смотрю, там ККМ-ка. Тихо, что меня так закидывает-то, эй! Ты успокойся, ты твою же налево, блин. Фью. Спорткар, ККМ-ка там ехала. Ну, и я первее всех.
Я первее всех приехал. Так, блин. Долбанное ускорение просто бесит меня. Сейчас доиграюсь. Ребят, чувствую, сейчас доиграюсь я тут. Давай, 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 есть. Что я могу сказать тебе? Я вырвал победу. 40 тысяч кубков. Еще чуть-чуть, друзья мои, и мы с вами... Не буду говорить, потому что неизвестно, как у нас пойдет. Так, стоп, 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 стоп. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Твою. Вот и все. Вот и все. Со слезами на глазах, да, ё-моё, ребят. Со слезами на глазах. Естественно, мне же нужно выпендриться, сорвать крышу, сделать облегченный вариант и уступить место спорткару, да? Да? Или как? Да, скорее всего. Ну хорошо, хоть одному, а не двум. Сколько там гонок-то? 3 или 4? Если 4, то хорошо, может быть, мы еще и первое место возьмем. Нет, первое место мы уже не возьмем, ребята, в любом случае, потому что... Врезаться обязательно нужно. Да. Тут тоже обязательно врезаться. И финиш. Так, сейчас посмотрим. Тут 3 гонки последние, ребята, были. Второе место. Второе место занял. Чуть-чуть всего лишь продвигаемся. И это моя шахта. Опять шахта. Опять, друзья мои, шахта. Ну как вот, как тут играть? Скажи мне. Как тут можно расслабиться? Ладно, поехали, будем пытаться. Выскочка. Выскочка, а ну-ка иди отсюда. Вот с тобой я тут еще не соревновался только. Все, друзья мои. Сделал как стоячих. А кто там еще, помимо выскочки-то? Ага, на монетном ускорителе стоит этот. Скажи, я скажу. Вертушка, вертушка, ребят, стоит. Едет там. Эх. Все. Как стоячих. Так, ребята, что у нас тут получается? Немцы, шменцы. Последняя гонка. Надеюсь, не обделаемся. Надеюсь, все будет четенько у меня. Вот то, что он по потолку, конечно, сейчас хитро проехал, это да. Плюс он здесь берет монетки. Что это сейчас было? Что это за рывок? Что это за поддергивание? Не знаю, ребят. Но первое место у нас обеспечено. Фух. Так. 40 тысяч кубков. Буквально через, наверное, гонок 5. А может быть 4. Ну, естественно, в кактус надо было впендрюкаться. И вот даже здесь вот надо было впендрюкаться в кактус. Эть. Слушай, ну пока хорошо. Более-менее, ребят, хорошо. Вот тут вот, да. Вот тут я потерял в скорости. Тягач. Блин, тягач, он где-то там позади копошился. И уже, ребята, так быстро наверстывает. Кокосовая бухта. Как тебе такое название? Кокосовая бухта. Давай. Ну вот, ну нафига ты вот носом-то впендрючился-то туда? Вот объясни мне. Можно было бы и не делать этого. Ладно, нежный, ласковый, поехали. Все, финиш. Финиш. Так, у нас тут какой-то... Тут Канада у нас еще выступает против меня. Канада. Каналия, да, друзья? Ёк-макарёк, ты видел? Ты видел, как он бустанулся? Засранец этот мелкий. Тягач.
Захотел он чего тут? Фига ты, жук навозный. А, ребятушки, а у нас тут, оказывается, босс побрякушки. О-ля-ля. И кто? Блин. Тоже, ребята, на раллийном авто он. По-моему, я тут проиграю ему, скорее всего. Я поеду вниз. Ох, зря я, наверное, это сделал. Что тут у нас? Не убейся только, блин, Рэй. Есть. Так, ребят, первая гонка за мной. Блин, опять без старта. Я имею в виду без идеального старта. Так, я вниз пойду. Ох, ничего. Твою налево. Ну, ребят, тут я его уже не обгоню. Он перепрыгнул. Ну нахрена мне сюда-то? Тупую дали мне трассу, если честно, тупую. Ладно, будет третий у нас заезд, и на третьем заезде у нас все решится. Причем он тоже едет идеальненько, ты посмотри. Твою налево, ну. Ну давай ты, Рэй, ну выжимай ты, блин. Есть. Фух, ребята, все, я его наказал. Щет. Отлично, ну что могу сказать. Отлично погоняли, ребят. 12 тысяч монет забираем. 40 тысяч кубков наши. Пускай не вякает. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут за событие такое интересное и веселое. Вступить. Гонка. В чем прикол? Ладно, фиг с ним. Это был, как бы, наверное, результат, да? Время на финише, новый рекорд. Че, опять сам с собой, что ли? Все время вот в эту фигню врезаюсь, все время меня крыша сносит и... Так... Хуже, да? Хуже проехал. Ну, тут на мотоциклах-то понятно. Господи, ребят. На мотоциклах плюс с ускорением. Фига он там влуплял вот этот мотоцикл. Они тут все, что ли, на мотике? Я не могу понять. Да почему я-то не могу вписаться так же в поворот, как он, блин? Ёпрст-то, блин. Он крутится прямо перед землей, ребят. Я не знаю, там можно врезаться, спотыкать. Нет, блин. Может быть, действительно, тоже ускоритель взять? Нет, фигня. Ускоритель тут вряд ли, ребят, поможет. Я не знаю, что тут делать. Крылья, может быть, взять? Слушай, ну как вариант, можно было бы, наверное, крылья взять.
Твою налево. Я думал, может быть, я все-таки смогу заехать. Нет, ребят, не смог. Не смог я заехать туда. Ну, это время кончилось, я понял. И чё? Четыре очка, ребят, получил. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!